Здравствуйте, компания «Пищевой мир» и Александр Кутузов. Рады приветствовать на нашем канале. Сегодня мы расскажем вам о запуске нового проекта. Мы начали изготовление вагончиков для пристройки к дому. Сейчас мы делаем вагончик, в котором будет установлен котел для обогрева дома площадью 450-500 квадратных метров. Значит, вагончик будет утепленный, то есть утепленный на металлическом каркасе, значит, чтобы было удобно его перемещать. То есть, потому что дом в процессе стройки, и сейчас планируется временная пристройка, где он будет установлен, как временное сооружение. А через 2 года, когда дом будет достроен, его перенесут в другое место, потому что надо будет еще подключить гараж и там еще хозпостройки для отопления в единой системе. То есть, на нашем производстве мы изготовили вот такой металлокаркас. Значит, в который вставлены деревянные бруски для организации щитового, каркасно-щитового сооружения. Значит, утепление 5 сантиметров базальтовой ватой. Это теплит назаровский, блок проф, плотностью 75 значит, килограмм. Устройство вагончика сделано так, чтобы его можно было прицепить краном. Значит, краном. Поставить на колеса и привести и очень быстро смонтировать возле дома. Значит, стенки легковесные, легко очень пропиливаются, и трубы через них легко очень проводятся. То есть, как бы, единственная сложность будет продырявить стену дома, которая гораздо толще, и через нее пропустить трубы. А здесь все сделано абсолютно пожаробезопасно. Когда бытового назначения, для других целей будем делать вагончики, там система пирога будет немножко другая. То есть все от задач, по задачам. Значит, полы сделаны пожаробезопасные, металлические, на металлокаркасе. Снизу также поставлен блок проф, только 2 слоя, 10 сантиметров. Утеплителя 10 сантиметров утеплителя в металлокаркасе лежат без деревянных брусков и перекрыто металлом рифленым для удобства обслуживания. То есть дрова, уголь, там что-то еще, искры, если там будут какие-то, или то есть чтобы было максимально пожаробезопасно. Значит, так он внутри будет светленький, чистенький, то есть как бы вполне гигиенично для установки отопительного котла для дома. То есть размер помещения предусматривает установку котла метр на 1,20 м, значит, организацию дровяника и кладовки для хозинвентаря, то есть лопата, кочерги там и все прочее. Значит, места вполне достаточно. Также предусмотрено окно, чтобы дневное освещение тоже попадало для обслуживания, то есть и удобства пользования, значит, в работе. Задачи могут быть разные, то есть и конфигурация таких вагончиков может быть тоже разная. Это отдельно обсуждается с клиентом и по задачам решаются все пожелания. То есть, по бюджету, также вот я говорил уже о пироге. Пирог тоже набирается 5 или 10 сантиметров в зависимости от назначения таких вот модульных, скажем так, хозпостроек. Если это будет мобильная баня, которую можно поставить на колеса и перевести с дачи на дачу, соответственно, пирог утепления будет другой, и он будет побольше. То есть в таком размере мы можем сделать баню, переносную баню. То есть здесь будет установлена печка, поставлена парилка и отгорожена раздевалка. То есть будет вполне тепло, быстро топиться, и бюджетное решение дачных проблем, то есть как бы помыться, попариться, переодеться, отдохнуть. То есть вариант экономичный, в смысле денег, это будет гораздо дешевле, чем построить из бруса или из бревна баню. То есть, надеюсь, я достаточно подробно рассказал о нашем новом направлении в работе нашей компании. Значит, сейчас хочу сказать, что мы принимаем заказы и обсуждаем цели и задачи, где мы можем применить вот такие модульные конструкции, которые можем здесь собрать достаточно быстро, привести и установить на объекте.
То есть важно озвучить задачи, что вы хотите получить от таких мобильных пожаробезопасных легких сооружений и достаточно теплых. Поэтому с удовольствием примем заказы, обсудим, сделаем проект и воплотим в жизнь. Компания «Печной мир», я Александр Кутузов.